Всем привет, с вами Space. Давно у нас с вами не выходили ролики по Heroes of the Storm, поэтому срочно исправляем данное недоразумение, благо повод к тому есть. В скором времени игра пополнится новым персонажем роли поддержки из вселенной Warcraft. Прошу любить и жаловать, претендент на роль самый сексуальный персонаж в игре 12+, Верховный Инквизитор Салли Вайтмейн. Если кто-то забыл, то в данных роликах мы не сидим и читаем таланты, а пытаемся поразмышлять о сильных и слабых сторонах героя, а также о его применении в тех или иных ситуациях. И да, совсем забыл сказать, что автор играть не умеет, и все сказанное далее является лишь его мнением. Итак, Вайтмейн — саппорт, в котором Blizzard попытались повторить механику дисциплин Приста из World of Warcraft, основываясь на каноничных способностях NPC из Warcraft. Основная механика Вайтмейн базируется на исцелении через нанесение урона. Мы восстанавливаем своим союзникам 100% от нанесенного урона. Однако не забываем о механике дисциплин Приста, которая гласит, исцеление от урона получают лишь те союзники, которые были исцелены способностями. То есть мы исцеляем своего союзника одной из обилок, и в дальнейшем он получает баф на 8 секунд, в течение которых весь наш урон дублируется в виде исцеления на отмеченных союзников. Казалось бы, все гениально просто, исцели всех и дальше просто наноси урон, но не тут-то было. Для того, чтобы союзник получил баф рвения, о котором говорилось выше, мы можем исцелить его одной из трех способностей. Хилищий ульт, специальный талант на первом уровне и базовая способность Отчаянная мольба на кнопке Q. Из всех этих трех обилок использование Q есть наиболее правильный и быстрый метод раскидывания рвения на союзников. Есть только одна проблема. При использовании отчаянной мольбы Вайтмейн получает дебаф отчаяния, который увеличивает каждое последующее использование Q на 60 единиц маны. Учитывая, что наш манапул составляет 500-700 маны, использование даже трех Q подряд уже может вызвать некоторые затруднения. Да, благодаря талантам 4 уровня мы можем восстанавливать либо консервировать свою ману, но как ни крути, исцелять нон-стоп мольбой не получится. Поэтому пора подключать наши наносящие урон способности, которые, спасибо Blizzard, не требуют маны для использования. А для нанесения урона у нас есть две базовые обилки. Первая — дознание с кулдауном 14 секунд является поддерживаемым заклинанием, во время которого Вайтмейн стоит на месте и посылает луч света во врага, нанося тому урон и замедляя цель на 30%. Один в один заклинание «Исповедь» из Варкрафта. Вторая способность «Пылающий хлыст» с КД в 5 секунд является обилкой по области, которая наносит урон по прямой линии и, если удар был удачным, то вызывает второй удар перпендикулярный направлению первого. Эдакий хлыст, бьющий крест-накрест. Достаточно сильная способность, если вам удалось использовать ее по нескольким вражеским героям. Этим вступлением мы выделяем первый минус персонажей – критическая важность в правильном понимании боя и использовании своих способностей. Если вы можете позволить себе оверхилить, играя на Мафурионе, то здесь нужно очень четко понимать, кому ваш хил нужен, кому он понадобится в ближайшее время и как все это захилить в целом. И не зря я упомянул про Малфуриона. Во время игры на Вайтмейн геймплей ну уж очень сильно напоминал игру за Верховного Друида. При этом есть некоторые различия, которые по сути являются ключевыми. Если Малфурион больше рассчитан на сустейн хил и борется с бурстом путем использования сумеречного сна, то Вайтмейн больше рассчитана на исцеление либо небольшого бурста по всей команде, либо на исцеление сильного урона в один таргет. Причем, если этот урон будет мгновенным, то велика вероятность, что исцеляемая цель погибнет во время попытки ее спасти. У нашего подопытного отсутствует контроль. Да, безусловно, есть замедление от W и некое подобие рутов Стукова с талантом на 13 уровне, однако если появляется такая ситуация, что на вас выпрыгивает Гензи, Трейсер и вообще любой персонаж с сильным дайвом, то остается либо молиться на тиммейтов, либо выходить в дуэль. Вот и второй минус — полное отсутствие способности к эскейпу и крайне низкое количество контроля. Что также было замечено во время игр на Вайтмейн, крайне низкая дальность для использования способностей и автоатак. И в очередной раз будем ссылаться на Малфуриона, так как он является персонажем с наиболее приближенным к Вайтмейн стилю игры. Если друид может позволить себе раскидать хоты на всех тиммейтов и дальше спамить лунным огнем с безопасного расстояния, то Вайтмейн зачастую для того, чтобы охватывать полностью всех своих тиммейтов во время сражения, необходимо находиться практически в мили-зоне. Иначе очень часто будет возникать ситуация, когда вы пытаетесь догнать убегающего союзника и в результате теряете полностью все бафы рвения с остальной команды. Так вот, такая агрессивная позиционка саппорта должна дополнительно поощряться, однако наш стандартный набор способностей абсолютно никак не улучшается благодаря талантам. Я имею в виду здесь именно то, что мы не получаем увеличение исходящих цифр урона или отхила за счет более агрессивной игры. Зато если вдруг в разгаре сражений вы получаете хотя бы один стан во время каста W, это практически 100% смерть одного из союзников. Как по мне, это одна из самых главных проблем текущего состояния героя. Я не исключаю того факта, что из меня хреновый игрок, но во время игры против дайв-сетапов проблема дальности обилок чувствуется наиболее сильно. Но, конечно же, все цифры еще могут быть подкручены, на то ПТР и является ПТРом. Фу, Space опять ноет, задолбал. Это же вы хотели в комменты написать, верно? Тогда давайте перейдем к плюсам героя, а то одной критики ролик не вытянуть.
Во-первых, огромным плюсом лично для меня является данная механика исцеления через урон. И пусть Малфурион дамажит и хилит, пусть такая механика есть и у Ауриэль, и у Каразима. У них эти механики сделаны косвенно, точнее, урону в этих механиках придается второстепенное значение. Вайтман же сразу сухо и строго нам указывает, чем больше нанесешь урона, тем сильнее будешь хилить. И именно этого мне и не хватало. Лично я очень люблю играть агрессивными саппортами, которые могут давить своих оппонентов и при этом не забывать поддерживать здоровье союзников на должном уровне. Поэтому увидеть реализацию механики ДЦ при Ставхоте, пусть и немного кривоватую реализацию, было все равно здорово. Во-вторых, количество моментального отхила. Честно, я сомневаюсь, есть ли в игре сейчас еще какой саппорт, который сможет поднять огромное количество хп моментально нескольким союзникам, кроме Вайтмен. Апнутый ультригара в счет не берем. Но он приходит разве что Ана с выполненным квестом на дротике и максимально отстаканным бафом на исцеление с Q. В случае с Вайтмен же все проще и столь же эффективнее. Все, что нужно сделать, это сдать две мольбы и прокасты своих наносящих урон способностей. В микротимфайтах Вайтмен сейчас практически нет равных, и это очень круто. В-третьих, огромный потенциал в раскрытии и гибкость в различных сетапах. Вайтмен может отлично играться и как соло-саппорт, и как второй саппорт в связке с любым другим героем. При этом, благодаря набору способностей и талантов, стиль игры может быть изменен на ходу буквально за несколько талантов. Хотите отыгрывать более сейвового фулл-саппорта? Идете через мольбу и больше хилите, чем наносите урон. Хотите поднять драйв, но не терять в количестве хила? Билд через дознание или хлыст к вашим услугам. Добавим к этому всему сложность в правильном менеджменте маны и вуаля, герой для манчкина готов. Подведем итог. Вайтмен – персонаж, требующий хорошего скилла для правильной реализации. Максимально уязвим против любого дайва в свою сторону, даже более уязвим, нежели Моралес. Неплохо чувствует себя в связках с двумя фронтами и предложенной защите может составить конкуренцию Брузеру по нанесению урона. Отлично справляется с исцелением 2-3 таргетов одновременно, но когда исцелять нужно сразу всех и себя в том числе, могут возникнуть сложности. По первому впечатлению требует увеличения дальности обилок и автоатак, так как играть против двух фронтов при текущих характеристиках максимально затруднительно. Вот такой вот небольшой и нестандартный обзор нового героя. Пишите свои рассуждения о том, насколько успешным на ваш взгляд получилась Вайтмен. Если ролик вам понравился, то буду ждать именно вашего лайка и подписки на канал. Увидимся.